have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем доброго времени суток. Поливай тепло, чтобы он играл на гитаре, да, все нормально. Поливай! Да, извини, говори. У меня есть объявление, я вылечился от шизофрении, меня теперь не два. Очень жаль, ну как вылечился, он съехал. Шизофрения съехала в другую голову, нормально. Ты ему слишком неадекватные цены за квартплату поставил или что? Да. Он сказал то, что... Он сказал то, что хочет на нормальный дом, и задолбался. А, что? Точно, он шизофрения, не мой раб. Короче, да. Рабы не переезжают, извини, пожалуйста. Так это не работает. Ну да. Согласен. Он ему так же говорил. Не поверил. Все-таки переехал. Я так и не понял, почему с прошлой серии подлод гораздо хуже управляется, но теперь у меня целый один мозг есть, представляете, не две половинки, рассчитанные на двоих человек, а целый мозг. И теперь я могу читать нормально. Сомневаюсь, но ладно. Боеприпасы на дробовик нужны очень сильно. Ладно, у нас тут этот, у некоторых людей, ну как, у некоторых людей. У меня и у Сигмы мозг один на двоих. Так, если я тут кину боеприпасы, боты сопрут? Нет, надеюсь, что нет. У меня просто тут 11% осталось, хочется их уже дострелять. Так, ладненько. Чего мы сегодня делаем по серии? Понятия не... Пытаемся заработать деньги на Фобос. Не давай, еще один сдохнет там. Я уже починил. Блин, сраный институт астробиологии, ёкарный бабай. Насколько мы близки к Фобосу-то по цене? Довольно далеки. Жаль, печаль. Сколько стоит? Дорого. Осколок кислородита, я хочу его переработать. Чисто в теории можем продать вот этот корабль, на котором мы сейчас, и не купить Фобос, потому что денег все равно не хватит. Дальше славь, да? Пацаны, или проблема, чекните нижние пушки. Молохи. Какого фига, мы же на... А, мы не на базе, мы отплыли? Да. Когда? Мы почему? Мы не были на базе. Мы все это время были... А как мы чинились-то? Наружу. Я лично вылез наружу и починил. Нет, я имею в виду, когда я вылазил наружу, тоже... Мы тоже были, типа, уже в... Да. Да. Какой ужас? Мы не пристыковывали, здесь ничего не было. Ты какой ужас, я офигел, я думал, что мы надежно пристыкованы, я полез наружу латать эти чертовы дырки, мы даже... Приближается не... цель, приближается Нет. цель, очень конкретно приближается. Вижу сзади, нижняя... С рельсы фигачься. Не надо. Что там такое? Да там молохи задолбали. Точно молохи? Попал. Я не знаю, ему что-то поплохело, и он отстал, но я не уверен, что он мертвый. Разрешай еще жахнуть с рельсотрона. А он уже все, он отстал, ему не захотелось добавки. Нет, захотелось, плывет, сейчас долбанет. Блин. Снизу еще маленькие цели. Сзади, надо как-то с верхней пушки его встретить. Я не знаю, пацаны... Чел, нижняя! Их бы устранить. Нормально, они уходят. Ну, в принципе, нам сейчас не надо, это нам как раз на руку. Давайте тогда... Как оптимистично, однако. Оно идет? Нет, мы его отпугнули, так. Можно бы поточнее попадать, наверное. А еще также я разрешаю... Что? Что? Нехватка электричества. Ладно, в принципе. Нехватка электричества, это... Нормально. А че у них столько жизни-то? Какого черта? То есть ты стреляешь из пушек, и им ты как легкая чесотка. Ну, высокоуровневая локация. А спасибо, когда у нас что... будут высокоуровневые снаряды? Уже. Ой. Это так не работает. Что-то там снизу, погоди. А че пиликает? У нас протечет. Да, все нормально, это реактор был. Хорошо. Так, протечек не остался. Почему мне показывают значок протечки? Пацаны... До сих пор? Блин, мы что, на дно? Не надо, не Нет. хочу. Я тоже. Ну, в принципе, нам сейчас нужно вверх, так что... Допустить дырки в нашем корпусе — крайне большая ошибка, с рельсотрона фигачите быстрее. К
Где я... А, блин, он там вышел, стреляй. он вышел из рельсотрона, он типа... Но что ж, нам все равно нужно было немножко вниз, как бы... Не, мы до сих пор поднимаемся, нормально. К сожалению. Я бы хотел немножко вниз упасть и набрать скорость в нужном направлении. Очень медленно. Не успеваю за... Ай, блин! Ай-яй-яй-яй-яй, да, зря потраченный снаряд! Жесть рванула! Меня выкинуло. Оно подлетает очень быстро. Давай, стыкуй нас! Чёрт! Скорее, у меня 3 патрона на рельсе осталось. Идёт! А, всё, фух. Пугались? Я тоже. Я бы сказал это слово из мемчика, но не буду. Надо рельсотрон что-то подпитать. У нас мало снарядов на него. Потому, собственно, и стрелять-то жалко. Господи. Не пофиг ли? Нет, у нас нижняя, задняя часть крайне не защищена. И она, кстати, у нас чаще всего подвергается нападениям, поэтому... Это еще один повод к тому, чтобы в этой серии заработать деньги на Фобос. Там есть задняя, нижняя турель? Задний... Да, там есть задняя, нижняя турель. Конечно, есть слепые зоны, но... у нас их слишком много, слепых зон. Считай, что рельсотрон тоже блокирует тебе обстрел, потому что из него можно фигачить только по большим целям, и только на расстоянии, и только под определенным углом. Там два рельсотрона, кстати. Это круто, это хорошо. Но в данном случае, вон мелочь, которая попала нам под пузо, я не мог по ней стрелять, потому что оно было все впритык, и по ней типа просто невозможно было вести огонь. Вредные грязевые рапторы. Есть полезные? Да. Можно приручить грязевого раптора. Для? Для защиты подлодки. Но с условием того, что в подлодке держать будешь. Угу. И он будет нападать на тех, кто проник внутрь. Да, даже на грязевых рапторов. Собственно, да. Но с условием того, что кормить будешь. Вот, я же говорю, что... Если что, он сам поест. Так, я, конечно же, сейчас схожу к цирку. Хаска? Конечно. Я сейчас посмотрю, не хотят ли они мне что-нибудь новое предложить. Вообще, я так понял, они с этими, с клонами не совсем друзья, и поэтому у меня под рясами служителя клонская маска. Ладно, ребят, тогда вернемся, когда у нас будет что-то посущественнее, чем просто стоянка. Так, ребятушки, мы возвращаемся. Прогрузи меня, пожалуйста, спасибо. Блин, сраный костюм надо снять. Так вот, еще раз проговариваем наши цели и задачи, потому что мы там вроде как собирались что-то делать, но нас на это что-то не хватает. Мы пойдем на другое. Поехали. Смотрите, ребят, имеем что? У нас 3 задания. Первые 2 основных – это сначала зачистка руин и уничтожение грязевых рапторов, а потом активация маяка. Но, скорее всего, маяк мы активируем чуть раньше, чем зачистим грязевых рапторов. Действуем предельно аккуратно. Время будет крайне ограничено. На, держи, я это снял с трупа. Данная область, помимо грязевых рапторов, так, здесь могут попасться подарок. Крайне опасные твари, которых мы видели ранее. Так что будьте все наготове к пушкам. Да. Будьте готовы к пушкам, ребят. Короче, руины будут под нами. Предлагаю проход пробить ядерным снарядом рельсотрона. Да. У нас их не так уж и много, чтобы так делать. У нас 3 ядерных снаряда осталось, и в принципе 6 снарядов вообще. Поэтому я думаю, можно все-таки жахнуть по ним. Но это когда мы уже будем полностью уверены. Но это так. Может, так. Все же ломиками проковыряем, это всякое дешевле. Наверное, насчет дешевле или тише, или как это все. Прикиньте, если там у них штукатурка посыпется, они проснутся. Ну, 6 целей. Будет активных, больно. 6 активных целей. 3 перемещаются, 3 уничтожить. Блин. Зачем нормально. Мы банкнулись? Я случайно. Я только заварил. Да нормально, не пробило корпус. У нас он крепкий. Так, цели идут. Так, маяк близко. Кстати, я не понимаю, как так получилось. Кстати, можно было бы сонар использовать. Мы прям под ними. Сядьте кто-нибудь на рельсу. Слушайте, цель прям под нами. Я сейчас рельсотрон поставлю. А, пацаны, сверху, рыбы сверху отстреливайте. Отстреливаю!
Только они в рассыпную все пошли, твари. Реально в рассыпную поразбегались. Попал. Одну, так, патроны закончились, меняю. Ой, тут этот, по-моему, большой есть. Блин, ребят, очень на вас надеюсь. Ладно, мы денемся. Нам, мы тоже на себя очень надеемся, все нормально. Парочку корабль отстрелили. Да, а тут отлично, можно работайте, всех убили. Работайте. Потом минус 3, всплывем. Минус 4, минус 5. Короче. У меня тут две валяются. Три цели прямо под рельсотроном. Еще 4 цели более лево. В упор мы ядеркой стрелять не будем. Да, в упор из рельса фигачить нельзя. Режим питания нарушать нельзя. Так, я сейчас подплыву, просто нужно будет вниз уронить снарядик. Если уронить. Ну, в плане выстрелить. Ты на рельсе, да? Нормально? Хорошо, давай. Да. Так, скажите, когда более-менее нормальное расстояние? Да, далеко, далеко, нормально. Все. Так, вниз? Сейчас. Выстрел? Просто? Подожди, просто вниз. Сейчас, нет, подожди, не стреляй. А, разрядите этот, обычные болты. Чтобы я ими не выстрелил. Так, а ну, следующее. Сейчас. Я сейчас достану просто. Знаешь, хорошо. Просто мы так тут как раз недавно на OpenGamer ходили, и тут про атомные зарядики неплохо, нехорошее совпадение такое. Все, я стреляю. Цели 3, очень рядом, где? Шмаляй. Ой-ой-ой, разрывная радиоактивная зарядка. Им хана, там, ну, жесть. Че? Ну, 3 цели мертвые. Попадание. Заряжаем болванки обратно. Так, я корабль... Это что, обратно? Так, а обшивку пробили? Нет. Пощупали немножечко. Нашу нет. Пощупали. А, у них, не знаю. А то рыбки у нас тут немножечко покоцали, но не сильно, оно такое. Ну их, скорее всего, пробили. Ядерка влетела, три цели разорвала. Так, как думаешь? Есть рельсотрон? Да, определенно пробили. Вон там, там какая-то бедолага мимо еще падает. А, это хаски! Что, я дебил. Не надо так делать. Простите меня, пожалуйста, ребят. Второй снаряд это ушел. Можно я тоже? Я думаю, не стоит. Это будет последний наш снаряд ядерный. Вперед! В атаку, в атаку, в атаку! О, без снарядов! Мы туда идем? Да. А, можем по пути маяк быстренько забегать. Стоп, без сонара не идем. Да, сонар захватите обязательно. Баллончиков бы прихватить с собой, наверное. Вот я там три штуки рядом взял. Ящики есть, еще куча баллонов. Да, баллончики с тобой определенно. Так, сонар нашел. Погнали. А, Фрум где? А, это Фрум здесь. Я вообще отцу обещал то, что мы сегодня в Ален этот поиграем. А мы кого-то там оставили? М? Вы за ленту? Нет, Ален. Шутер, который сейчас забыл, как он называется. А, погоди, тот, который? Блин, они реально лопнули так хорошо. Файртим. Да тут стен нет. Блин, нам бы артефакт найти какой-нибудь. А тут есть. Был до этого. А внизу что это такое? Он что-то ползает. Ладно. Не знаю, короче, пошли быстро цели разбираться. Ну давай, ты же ведущий. Раз артефакт, два артефакт. Какой нужен вообще? Что здесь надо делать? Осталось подобрать болтики и кидать их, да? Сталкер. Что сделать? Флаг, что здесь тыкать? Эти уже все, эти уже сдохли. Ну да, в принципе логично, ладно. Им уже ничего не поможет. Я не помогаю. Так, ну нам в эту часть нужно. Ну что могу сказать? Долбим стену, ломами? Отойдите от меня. Во тьме ночной при свете дня. Идите нафиг от меня. Майнкрафт. Майнкрафт. Или проблема, по-моему. По-моему, оно не долбится, да. Так, ладно. Тем более тонкие куски обшивки. Мне вот этот кусок нравится. Ой, это пробивается. Неплохо.
нормальные такие, строят свои строения, и тут приходят инопланетяне и просто ломиками выносят вам стены. Да там уже проплыть можно, ты там камней счищаешь, куски стенки? Или что? О, черт, ловушка! Вытащите меня! Копаем тут. Башку убери. Копать, хоронить. О! О, есть. Плывает. Даже стрелочка показана, как. Вот, вот тут прожать надо, что-нибудь потыркать. Ставьте артефакт, потыркайте что-нибудь. Выключился? Вроде бы. Не тыркай ничего, я к нему подплыл впрямую. Да я понял. Все, выключился. Угу. Так, сонар в руки. Цель 25 метров влево. Одна или там парочка? Один. Они... Так, а нет, там парочка. Они же вроде все сгруппированы были, да. Угу. А, прожмите кто-нибудь. Блин, батарейка почти села. Я тебе дам замену. Как тебе передать? Погоди. Никак, все, я выключился, на. Я могу из дробовика фонарик достать, ты из него. Я уже это и сделал. Так, ищи-ка для артефакта. Так, стоп. А что здесь делать надо? Здесь влево. А, здесь просто артефакт хранится. Нет, 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 нет. Вверх опять уплываем отсюда, идем еще чуть левее. Цель в 10 метрах. Ну, то есть прям тут. Близко. Что-то мне подсказывает. Тихо, сейчас сонар. 8 метров. А, я слышу. Вниз. Ага. Ребят, это деактивированный. Смотрим на баллоны. Я поменял. Скоро перестанет работать. А ты что, ты кликаешь красную обычно, да? Красную. А это плыть, это блин. Цель 16 метров влево. А что, откройте дверь. Я же вставил артефакт. Ну, ладно, попробуем этот. Чин-чан-чун-чин-чина. А надо быть поехавшим, чтобы уметь это читать? Понятия не имею. Так, сейчас. Чё, красная фигня, красная фигня! Дверь! Меня жрут! Что за жопа? Ребят, физикоревый осколок. Ой, это кайфово. Это твари! А тут воняет какая-то говна! Так, отбивайся, блин. Фрум, здорово. Да, здорово. Да, они продолжают вылазить. Так, меняй баллон. Я поменял. На, тварь! Получай! Я тут с ножом там? Просто плаваю, поэтому надо осторожно, чтобы вас тут не порезать. Ой, тут ящик, кстати, есть пустой. Ага. Цель 8 метров влево. О, он спит. Взрывай! Мы тут толпимся вокруг него. А, последняя цель 100 метров влево. Жесть, вот это поплаваем сейчас. Оп-оп-оп-оп-оп! А сейчас 100 метров! Флаг! Как, да там 100 метров написано, предположительно... Не 100 метров. Ой, последний выстрел! Убили. Фрум, ты живой? Живой, но... Ну блин... Ну блин... Так, ты доживешь? Да, я не знаю, сейчас посмотрю, у меня кровотечение сейчас. Ох, чёрт. Ожог, кровотечение, вот это больно. Фрум, как бы нам не пришлось свой труп тащить. Ну, хпшка на самом деле вроде восстанавливается. Так, да, хпшка Фрум восстанавливается. Живем. Две цели, 140 метров влево. На, такие же 140? Нет. Предположительно, нам нужно просто уничтожить яйца, не обязательно их сразу бить. Предлагаю выплыть наружу и прокопаться прямо по цели. Ну давайте. Ладно, обратно. Ну, это не все, обратно. Назад я уже не выберусь. Да я хотел проверить просто. Стой! Тебя за ноги потянуть, да, типа, или что? Меня ну, бы тоже. Застрял! Ты что, застрял? Да ну! Давай, тяни! Копаточ! Фрум, нажми пробел.
Реально. Спасибо. Выдернул сразу. Можешь меня выдернуть? Спасибо. Так, наружу надо. Наружу надо? Да. А может здесь где-то заряжаются эти батареечки? Я чё знаю. Ну батарейки-то есть запасные. Блин, там эта фигня, осторожно. Ну и да, не инопланетные, к сожалению. Ну, да... А чё это за говно здесь воняет? Почему я наверх всплыл? Да что со мной, почему меня притягивает куда-то? Что это такое? Куда я выплыл? Осколок сернита пойдет. Нормально так там плавает. О, привет. О, пока. Я так испугался, когда вы там проплывали. А? Я так испугался, когда вы проплывали тут. Думал, вся сейчас жопу откусят. Я, да. Я думал, а я там дверь такая, которая не по кнопке закрывается, а артефактом. Я думал, ну все. Это еще было. О, свобода. А, кстати, кровотечение прекратилось, хорошо. А костюм, по-моему, тормозит его. Знаешь корабль вообще? Без понятия. У меня остался ожог и... Со мной поплыл кто-то налево? Мы да. Все, например. Отлично. А, мы так плывем? Я думал, мы вместе с кораблем подплывем. Так мы по пещере плывем. А, ну офигеть. Тот самый человек, который боится пройти 10 минут, такой, давайте на тачке. Ну блин. Ну обратно плыть. Нас фрум ранил. Я нормально. Я тоже. Я нормально. Жизни не уходят, я не в критическом, все нормально. А вы там цель 30 метров влево. О, тут пробоина есть, давай, подходи. Тут открыто даже. Да. О, я вижу вас. Цель 25 метров влево, чуть-чуть вниз. Активировал сонар, она, если живая, приманилась. Она не двигается вроде бы. А как это вскрыть? А сейчас, подождите. Очень долго он придет. Не-не-не-не-не, подождем, нормально, не так долго. Угу. Баллончики. Это поменяет. Не сдохнет, по идее. У меня тоже скоро кончится. Ну и, ребят, 3 баллона это была ошибка, я взял 5. Ну, у меня еще 4 целых. Нормально, нормально. 4, у меня 4. Второй почти закончился. 4,5. Да, второй практически уже закончился. Первый. Да, второй тоже почти закончился. Так, стоп, тихо. Цель вроде бы не двигается, чуть-чуть ниже и 14 метров влево. Господи, хоть бы ты была не живой. У меня на дробаше последняя обойма. У меня ползаряда. Нормально, оно мертво, все нормально. Ну как мертво? Ну, относительно. То, что мертво, умереть не может. О, фигуривый гарпун. Кого, блин? А, у вас тут. Хватает? Я так. забрал. А я себе новую батареечку нашел. Крясавчик. Все, мы здесь все? Нет. 50 метров вниз. Она вниз плывет. Она вниз плывет, жесть. Черт, оно живое. Походу. Гарпуны кто-нибудь заберите, пожалуйста. Где? Окей. У меня уже места нет. Сверху ящика есть. Не, я не могу взять. Сейчас я возьму. Забрал. Воу. Почему так? Чё? Так, меня баллон не хватает. Я до этого баллон не додышал, там 0 целых какой-то там. Кстати, да. Никто не убрался. Бесит вот этот. Очень сильно. Я очень настойчивый. У меня покусана рука немного. Я на секунду умудрился снять скафандр и тут же его одеть. Фига ты. Экстремал. Да я же не думал, что оно же так же. Кстати, мне уже и ожоги прошли. У меня, в принципе, только травма руки осталась. Красота. Так, а я еще-то не понял, этот даун куда вообще плывет 100 метров вниз? Это дауншифтинг. А, он от нас уплывает. Боится. Боится. Сейчас я его приманю. Миночка, ты думаешь, он придет, если он... И сейчас штормовой червь выныет. Ну, он гарпуном ему в глаз. И все. У нас нет пушки гарпуна. У меня гарпуны есть. Оп. Стреляй по нему. Не вижу. Да я тоже. На, бот.
Чего они тут забыли, дауны? О! Что это было? Что за сопли? Он стреляет соплей из хвоста, вы что, не видели? Нет. Соплевой червь. Че он уплыл? Уйди от меня! Все! Я думал, что сейчас рванет просто. А, ну у меня дробаш закончился, короче, пофиг. У меня батарейка села. На тебе, как тебе передать ее из рук в руки? Не подойдет такая, какая у тебя. Блин. Я инопланетную использую. 25 метров, а ну-ка мне плывет. От... Нет. Где вообще? Ниже чуть-чуть. Черт, ну у меня только нож остался. У меня пистолетик есть. Ребят, вы меня видите? Нет. Мы плывем вниз, но не видим тебя. Очень жаль. А, видим. Видим. Подплывите? Погнали. 30 метров. Да, она... Она опять сбегает. Заколупать. Нет, она опять приближается. Это последняя. Но мне стрелять нечем, извините. Я вас тут подстрахую, если оно придет. Я ножом его поколупаю, так? Куда? Зачем ты такси взял? У меня дырка в груди. Время бомбарда. Отстань! Откуда у тебя бомбарда? Стреляете? Попал. Боеприпасов меньше стало. Не толпитесь рядом со мной, пожалуйста. Я даю. Да уйди в сраку, слаг! Да мы ж отошли уже максимально от тебя, уже насколько возможно. Да, слаг в этот в один момент прям перед моим прицелом в затылок выстрелил. Жесть. Ух. А что там написали? Что написали? Вернуться, чтобы получить награду? Дырка в груди, ёкарный бомбай. Заведите субмарину в пещеру, чтобы получить награду, написано. Ребят! У меня начинают возникать сомнения, что я доберусь до подлодки. Почему? А что-то как-то хп отбавляться начинает. Давай, жми на полную. Не-не-не, нормально. Оно прибавляется. Разве? Да, вот я сейчас смотрю на тебя. Ну, грудак у меня это. Нет, сейчас отбавилось у меня. У меня грудак почти нулевый. Блин, у меня тоже кровотечение, кстати, появилось. Костюмчики хорошие. Костюмчики, да, они защищают от этого. Ну, я вот сейчас плыву рядом с тобой, ты вообще ништячком, у тебя ничего не уходит. Оно то приходит, то уходит. Ну, значит, ты просто как зеркало генерируешь. Чего ты? Наша подлодка отплывает. Не понял. Какого? Черт. Нам сюда не надо. Какого фига? Я пром. Что это было? А ты где вообще? А где? Боже. Иди сюда, направо иди. Ну нет, я не хочу умирать, я еще молод. Да у нас куча баллонов, у нас нормально с хпшкой, мы ничем, с нами ничего не станется. Что вообще происходит? Пром впереди плывет или... Ах, черт, я со слагом, вот. Я просто тебя не вижу вообще. Сейчас тоже? А, вот вижу. Нам нужно внутрь попасть, ребят. Ну, значит, проламываемся опять. Баллон. А ты не помнишь, где мы пробивались? Да вот в том-то и дело. Ясно. Сколько там? Сейчас. Третий баллон заканчивается, у вас там, скорее всего, тоже, да? Да. Угу. Так, кровотечение прекратилось, отлично. Не, у меня еще нет. Давай я прокопаю. У меня посильнее будет. Почему? Вам? Ну копай. А, минуточку, у вас разные вещи? У меня он этот из качественных материалов. А. Ну он типа на 75% там что-то лучше. Я слышу, как там эта тварь пердит. Кого-то там баллон заканчивается. Да, у меня нормально, я додышиваю, все хорошо. Да я тоже, я такой же. Жесть, мне там слаг помимо пролома стены чуть мне башку не проломал. Что-то я сильно близко подполз к нему. Вот, у меня 1% надо в этом баллончике тоже додышать. Если видим тварь, мы разбираемся. Мы заплыли, что ли? Стоп! Да. Стойте, подожди. Ребят, оп, проблема, на корабле пишут то, что им надо найти водолазный скафандр.
Нормально, их просто атаковали, все хорошо. Очень жаль. Глубже они не уйдут от нас. Не если факт. Что, так в бездну уйдем. Да, они и сюда упадут, на гору к нам. Ну, тем более, мы починим корабль, и все хорошо будет. Экипаж. Минус одна пройдет. Нормально они там. Нормально. Ага, стыковочный порт. В смысле стыковочный? Мне нужно подводное снаряжение. Корабль затоплен, понятно. Обратно, ребят. Слышите, бас-бустед? Да. Арсенал пройдет. Горбун прям над нами, ребят. А? Горбун прям над нами, походу тут горбун? Где-то... Горбун? Это наша подлодка. Это наша подлодка, но, блин, тут какая-то тварь. Громкая очень. Что-то орёт, да. Залазим на пушки, давайте. Жесть! Там щел на... А, господи, это этот, походу. Кто? А, да? У нас, по-моему, перебой с проводкой был, но... Так, не разуваемся. Да, пока... Мне что-то звуки вообще не нравятся. Все нормально, они на всем корабле все плохо. Угу. Ну, относительно, в принципе, жить можно. Сейчас на пушке надо и это... Да, здесь тварь. Ваня. А-а-а. Жесть. А боеприпасы! Они все выстрелили? Я все выстрелил сейчас. Пофиг, я на другую пушку сиганул, там верхнюю пушку можешь перезарядить, пожалуйста. Понял, сейчас перезаряжу. Right. Стой, вот это. Нет, не грызи! Там он слага грызет, я ему в пузо настрелю. Все, я, по-моему, его разорвал. Это все пустое. Все, чиним протечки, ремонтируем все и... Сейчас я уже и заряжу, раз уж не так пошло. Так, ребят, вы без меня справитесь, мне нужно пойти маяк активировать. Давай. Понимаю. У нас тут свои приключения, все нормально. Там так хорошо, что мы уже в костюмах пришли. Да. Удачи. Не так-то нашим ребятам, не так ведет. Так, я пока электрику починю, латайте там. Я тоже электрику чиню. Все, давайте удачно, я на дачу. Все, выкачивается вода, все латали. Хорошо. Так, мне один стержень нужен с собой. Лодка ожила. Да, все нормально. Так, кислородный баллон нужно на место вернуть. И взять другие неизрасходованные. Я думаю, что можно потихонечку, кстати, снимать. Сейчас это все сверху починю. И буду снимать. Ну, у нас на нижнем еще есть протечки. Че это? Ау! Да почему так? Так, ну у меня, в принципе, сонар рука. Ай, слушайте, нет, я пешком туда не пойду, знаете. Не надо. Там что-то эти 300... О, всплывать начали меня! Извини, я вообще не в курсе. Я успел. Фрум, ты... А, все нормально. Я не за штурвалом. Да я думал, ты там поближе. Может, фу, наконец-таки я на корабле. Фух, так, быстренько на маяк. На маяк, а потом убей красивых рапторов. Уа-а-а. Всех. Вот это здесь, конечно, без нас весело было. А, так. О, оксиджен. О-о-о-о-о, я нашел это. Пришел в оксиджен-генератор, короче. Сейчас я пустые баллоны сюда все повтыкиваю. Давай. Я там постоянно заряжаю баллоны тоже. Да, я пошел снимать скафандр. Нормально. Поменял все пустые баллоны, один сейчас скафандр. Блин, я бы вообще предложил все-таки ту тварь залутать, которую мы сейчас убили, но нет. А чё мне интересного может быть? Да физикорий. Разве? По-моему, она не физикоревая. Ну так, блин, чел, все, что съела. Как минимум останки этого водолаза. Ну это да, это иногда бывает такое в них. А, я бы на самом деле куда-нибудь тогда бы сложил тропаж, что ли, раз он без патронов-то. Реально, я бы тоже выложил толку от него. Сейчас я найду какое-то место, про которое так, я ну... Что ж, а в принципе ясно, проблема аванпоста, дырка в крыше. Да. И реакторе дырка. Ну, в принципе, ничего неисправимого нет.
Реактор уже осушил. Окей. Так, инопланетные эти можно разбирать, по-моему. Мне разбирать инопланетные шняги? В плане микросхемки, которые... Да, наверное, да. Я их 3 штуки собрал. Они на олово иметь разбираются. Так, можно всплыть вверх? Спасибо. Так, а теперь я бы предпочел себя залатать немножко. Какого? А, реактор просто стержень съел. Окей. Я положу стержень. Угу, спасибо. Так, отлично, меня током не ударило, уже хорошо. Что у нас тут? Потрошкам посмотрим. Что он вырабатывает сейчас? Начнёт. Заряжено, тут больше половины. В принципе, норм. Так, Beacon Station 24 метра, и потом, да, остались рапторы. В принципе, неплохо. Station is back online. Супер, починил, красавчик. Насрать то, что я 2 щитка не дочинил, нормально. Где они? Правильно. Сверху, снизу? Да, пофиг, работает и работает. Ай, нет, не могу так. Так скажи, где я тебе помогу? Да я уже сам. Да тут заплыть нужно просто. Ну ладно. Просто 2 этих энергогенератора нужно починить. Но это чтобы все точно нормально работало. Кстати, эти гарпуны с этим не стакаются, офигеть. Но все равно электроника этот прокачивается. Пока чиню ванпост, пока прокачивается электроник. Отлично. Так, вода уже осушилась, то что я спокойно стою. Так, тут вообще идеально. А, стоп! Пацаны! Что такое? 3 топливных баллона для сварочного аппарата превосходного качества. Ох ты. Гаечный ключ отличного качества. Забираю. Я взял себе револьвер. Возьми. Заряжен 6 патронов, и у меня с собой еще 3 патрона. Ну хоть что-то. Жесть, лут, конечно. Так, ну-ка. Ну, труп какой-то на вешалке. Повесился. Так. Что это было сейчас? Что это? Где? Я сажу какие-то звуки. Я тоже. Как будто она что-то жрет, да? Это сонара ванпоста. Вот это? Нет. Вот. Именно что. Вон, внизу, под нижней пушкой. Вижу. О, это господи, это... хуй. Не там стреляйте по мне. Этих чертей. Для меня там так матка это... огромных этих грязевых рапторов. Сверху. Вижу. Верхнюю пушку пром. Гашу. Ну яйца бить, наверное. Вон оно плывет там. Мне не видно. Буду стрелять примерно туда же, куда и ты. Это мы сейчас 3 мелких расфигачили и по большой попали. Понял. Там еще двое-трое мелких. А мы куда плывем? Вперед, да. А, все тогда. Тогда ладно, тогда плывем. Отгони. А она золотая? А нам нужно их убивать? Нет, обычно. Ну отогнали и ладно. Патрон много потратили, ну ладно. Офигеть, он догоняет! Все, отстали вроде бы. Нас не догонят. Так, у нас протечка в шлюзовом. Фига себе. Так, пацаны, вам... Ну, она за нами плывет. Я понимаю. Вам сварочные баллоны вот эти вот крутые нужны? Ну, по идее, ну, наверное, да. Еще снизу, по идее, акули и тигры или кто они там, не знаю. Не то. Жду. А, они тоже, знаю, не успевают. Ой, как хорошо иметь прокачанный движок. Угу. Приоритетная цель – грязевые рапторы. Давайте, мы их как раз в эту серию успеем впихнуть, и будет хорошо. Так, что нам, кстати, за все это заплатят? Много. Как наемник? Если за ванпост дают. Если за ванпопост. Ванпопост. Если за ванпост все-таки дадут деньги, потому что у нас все-таки всего 2 миссии за раунд может быть. Я вот это не предусмотрел, надо изменить, будет потом покопаться в сохранении. А почему мы тормозим? Хороший вопрос.
Ну, а... Может, мы зацепились про... за фигню какую-то? Чего там? Чего сломал? Нет, проверьте, проверьте двигатель. Ой, бегу. А ну, ты что, бежишь, мне показывают капитан? Какое-то механическое... Че? Все нормально с движком. Мне показывают какое-то механическое это повреждение, смотрите. Низкая температура... Реактора переохлажден. А, ребят, мы вплыв, мы все время плыли, это баг какой-то был. Грязевые рапторы за нами, ребят. Снизу, сверху где? Они за нами. Понимаю. Так, лучше, чтобы они были сверху, да? Сверху отстреливаю. Боже, ужасно сказал. Я постараюсь нас сейчас на какую-нибудь платформу посадить. Не надо, дядя. Это те грязевые рапторы, которых надо грохнуть? Да. А, ну тогда сади куда-нибудь нас. Я хочу посадить, чтобы нам этот... Ой! Трон, ты пока там сам. Чтобы мы вниз не упали. У них просто жизни дофига, так все нормально. Это есть такое, помогаю. По-моему, мертв. У меня пушка перегрелась. Ребят, паркуюсь, паркуюсь. Маленький. У меня нечем стрелять, пушка перегрелась и патрон практически нету. Попадаю? Есть, размотали. А, чуть-чуть жизни осталось. Одна хп... Все, нормально, разбили пополам. Стой, не стреляй. Большой сдох, его грызу. Мы сейчас прямо над бездной. Остался один. Да, он... В смысле, ты это пустая. А, ты перезарядил, что ли? Там пустая. Я перезарядил, да. Там пустая, подожди. Где последний? Он жрет. Большого жрет. Слышу, как жрет, но не вижу его. Максимально отдали, максимально я отдали. Я еду, я на него еду. Вижу его. Он в нас врезался теперь. Подплыл к пушке в упор. Да, сейчас разорву его в упор. Все, отлично, все, уплываем. Да, отлично. Эй, я тут вижу, метров. Я вижу хаски? Хаски? Пофиг, мы быстрее, это обычные люди. Ну, по Нет, вы не поняли. Безголовый хаски у нас на верхнем шлюзе. Я его прям пушкой сейчас в упор вижу. Это... Тихо. Что такое? Тихо. Тихо. Что там? Громко. Там этот потолок. А. Мы очень извините, быстро всплывать начали. С таким помочь не могу, извините. Ну можешь выстрелить с рельсотрона по нам, и нас затопит быстро, мы вниз пойдем. Можем не так, не надо. Ну вот и я тут. Блин, ребята, через балластную флору проплываем. Молитесь. Чёрта. Иди вылечись. Кто? Ты. Да мы сейчас на аванпост прилетим. Я чё мог, то я перемотался. Хорошо. У меня машины рваные, но я перематывался. 150. Мне просто больно в этом весь прикол. Угу, угу. Ну, в принципе, живем. 100 метров. О, рыба. Прямая видимость. Но, хотите вас обрадовать, это не аванпост, это сраный перевалочный пункт. Ну что есть. Уже что есть. Где там третья лока? Ой. Ты на карту случайно глянул, да? Да. Но мы более-менее безопасно идем. Куда? Где? А где мы? Почему? Что? Мы отплыли с зоны стыковки. Ну, относительно, ну, да. Ребят, что думаете насчет того, чтобы в этой серии быстренько еще один маяк съездить активировать? Да, было бы неплохо, как раз вмещается. Ага. Почему у нас маяк еще отмечается на 1.5 километра? Я понятия не имею. Так, а куда плыть-то? Так я он не же знаю. Слева от тебя нет шлюз? Поехали. Тут нет шлюза, это перевалочный пункт. Так, да. Извиняюсь, получается. Но шлюз-то все равно есть. Мы же причалили к чему-то. Просто в пункт перевалочный. Как мы в него это... попали? Ну тут чисто зона такая, знаешь, водичка. Блин. Как и везде, да? Только здесь особенно. Без аванпоста водичка. Блин, ребят, две локи нужны до аванпоста. Ёкарный баба, это пипец. А вы оба калеки, блин, офигеть. Ну ладно.
А, нормально, мне бейсбол нужен. Это что-нибудь собираться и будет хорошо. 2 километра плыть. Ну смотри, мы за зачистку рейн 6к получили, за рафтеров 5к получили и за маяк 2к получили. Сколько нам надо на лодочку-то? 17к, но маяка военного нету. Ясно, понятно. Но в принципе в правильном направлении продвигаемся. Угу. Какие тебе профсоюзы в космосе? Морфин шибану себе, никто не против, да? Да. Это очень окей. Правильное решение. Блин, у меня, кстати, скильчик накопился, да? У меня тоже. Ну я потом его. Ой, хорошо. Теперь я хилюсь, а не сдыхаю. Нет, я все еще потихоньку сдыхаю, но я. О! О, я целый! Наконец-то. Ну, относительно. Есть небольшая травма тупым предметом. Так, а это как сюда проплыть-то? Ну-ка, пойдем посмотрим, что происходит вообще. Ну вот так вот. Помните, кстати, был момент, когда мы застряли? Угу. Ну как бы это не был такой же. Нет, ну прикинь туда 100 метров погружаться без лодки. Ну не очень я хочу, не прям желаю. Мне тоже не очень. Но придется. Вот ниже, чем это, мы не пройдем, да. Ну мы все, значит, идем. Ну ладно. Черт. Че я про всех говорю? Я точно пойду, а вы уже смотрите, как хотите. Ну я 100% иду. В принципе, 70 метров вниз погружения. Ничего страшного. Паркуюсь максимально близко к стене, чтобы нам поближе было. Да все в порядке. Сонар выключаю, под лодкой не приманивает. Батарейки зарядите, пушки зарядите. Там всякое такое, Я еще ничего не выложил, так что давайте. Сейчас прям. Хорошо. Хотя нет, батарейки заряжу, сварочный аппарат я поменяем. Пока тогда, ребятушки, ставлю на паузу. Вернемся, когда будем погружаться. Так, народ, мы потом погружаемся. А мы так, чисто пешочком? Да-да-да, мы иначе не пролезем. Ну, 60 метров давайте, ребят. А я доп. Баллоны тогда не брал. Блин. Ну ладно, 2 штуки есть доп. Ошибка. Пойдет. Всегда, выходя из лодки, держится вы хотя бы 3-4 баллона. Сейчас погрузимся на дно. Боюсь активный сонар включать, а то еще за жопу какой-нибудь нас здесь возьмет. Кстати, да, вполне могут. Мы сейчас в очень уязвимом положении. Отстреляться нечем. Есть целых 9 патронов. Ну, приплыли, есть, ребят. Есть немного зарядов и 6 гарпунов. Так, сразу дырку заварить. Я, пожалуй, внутрь сразу. Не люблю я вот эти ваши наружные приключения. О, баллон! Спасибо. Как вовремя. Так, подводная. Здесь есть подводная маска, если кому надо. Здесь есть... А назад, назад! Там это! Там фигня. Оно самое. Найдется ли смельчак, который откроет дверь? Отойдите от двери. И сразу откроет. Попал. Не фрума даже, кстати, на удивление. Промазал. Попал. Фрум, держись. Держись, всё. Нормально, да? Он сдох. Все пучком. Ой! Ой, какой классный стержень-то, а, детектор воды, кстати. Так, 3 патрончика заряжу. Тут надо где-то один гарпун себя должен быть. А вы можете... Вы что-то открутили от подлодки? Нет. Нет. Ребят, я, наверное, потихонечку... Надо все чинить и активировать. Тут особая понимаю технология сейчас. Можно раптора в сторону? Да тяни куда хочешь. Жать, наверное, кнопки жать мешает. Так, вот это, вот мне это. Щетки мешают чинить. Я на самом деле сходил его за медикаментами. Зачем? По приколу. Извиняюсь, я вас топлю. Да чертов все, раптор! Все. О. У меня раптор просто постоянно прижимает и мешает мне чинить. Можно и его съесть. Да что меня водой толкает-то, а? Так, блин, а где наша лодка? Мы там сильно влево отклонились, не? Нет, просто вверх плыви. Здесь ты что, электрик? Я? Ага. Ну меня током не бьет просто. Я пока все эти щитки на нашей подлодке чинил, у меня уже высшая степень. Кстати, да.
А вот кто их чинит постоянно. О, или вижу Лизатрон, та-та-та-та-та, отлично. Сигма, идешь там? А, я чиню. Зачем? Тем более, мы не все залутали. Вы не помните, бинты оставались, не? Да. Да, я приносил один, по крайней мере. Пойдем. Так. Да что ты... Домой идем? Домой. Все, мы да, не, даже мы... не залутали все. Что значит все не залутали? Мы все залутали. Точно? 100%. Ладно, так что вы поверите на слово. Вверх просто плывем. 6. Если будем так же быстро действовать, то может еще одну локу успеем. Жесть, как-то светло резко стало. Рельсотрон приехал. Ну, приплыли. Так. Почему у меня 6 кислородных баллонов? Фёр, потому что... Логично. В принципе, пока что, несмотря на то, что наша подлодка не соответствует данной локации, довольно легко. Ну, в принципе, наверное, да. Так. А что мне для этого нужно? Кровотечение? Зачем тебе кровотечение? Нет, я смотрю, что со мной происходит вообще. Фух, так, ну Фобос побыстрее будет, конечно, чем эта развалюха, но до Фобоса нам еще далеко. Ладно, я пока вроде выжил, хорошо. Извиняюсь, что перебиваю. В принципе, я сейчас постараюсь максимально быстро нас до следующего перевалочного пункта, и мы на ванпост, и будем радоваться жизни. Пристыкуемся к ванпосту и пойдем отдыхать. Так, не надо, мне надо. Давайте, команда мечты, работаем. Салин... Тут стоит, я там, кстати, крутой кислородный баллон нашел. 6. У меня, кстати, лом хорошего качества. И гаечный ключ, отлично. Ну, про баллон сварочного... Бомбарда без патронов. А, про патрон... Ах, твари, маленькие, гнусные твари над нами. Черт, что? Иду. Бегу. Ну, мы чуть быстрее, так что нормально. Нормально, так пузика одному из них почесало сразу же. Я только одного сзади видел, сверху не видел. Да их за четверо, минимум. Ебадабаду! Еще 300 метров. Так. Это надо. Ой-ой. Вот тогда получается. Кто тут, что, как бы это, зачем? Да. А, я вот, это в аптечку, да, наверное, вот это в аптечку положу. Чего там? Я тут серную кислоту вывел, оказывается. Супер. Так, это надо сдать. Кому? С две цели большие снизу. Иду. Очень жаль. Ай. Реально ведь очень 4. Жаль. Нет, так не надо 4. Одной хватит. А, у нас снизу только одна нормальная пушка. Ну, кроме... Ну, я думаю, не стоит с рельсотрона стрелять. Так, быстрее, так, до перевалочного пункта и тыркать. Пошмаляйте там чем-нибудь. Да, ну отгоняем, паре. Отгоняем как могём. А ладно, они будут по хвосту просто фигачить. Стойте в хвосте, чините. Чёрт. Я понимаю то, что это как бы, ну этот, не по РПшному, не реалистично, но... Ну да, они будут просто сейчас гнаться за нами и пытаться нас укусить. Хотя они еле-еле-еле догоняют, прям вот... Так, а если мы еще... мне интересно, а кто пытался из топливного стержня уранового сделать лекарство? Признаю, я. Признаю. А, ты конец дали? Нет. Да? Да, теперь да. Ой! Какого фига? Мы в инкале, то ты это все. У нас пожар! А, какой... ну бывает. Что? Где пожар? Сочувствую ребятам. Жар-то... А потушить-то его можно или где? А где пожар-то? В верхнем стыковочном. Бегу. Че там загореться могло? У меня здесь ничего не горит, я за компанию буду тушить. Серьезно? Да, у меня здесь все хорошо. Посмотришь потом на видео. Сейчас у Фрума глюки, короче. Ты не слышал в него, вдруг тебя еще и убьет им. Вообще забавно будет. О, еще 2200.
Ура! Все еще... Сколько у нас денег? Много. Ну, если приплывем, будет много. Если не приплывем, то немного. А нам доприплывем в море деньги? Скоро, нет? А? Нам доприплывем скоро? Ну вот сейчас последняя локация, да вот поставим. Мы будем жить! Напьемся этанолы, напьемся и убьемся. Уже. Как тип из прошлой серии, да? Да. По нашей легенде, конечно. Пошел плавать пьяным, бедный человек. Пойдем. Цветок полить! Почти умер. Чего? Цветок почти цветок? Умер. Там где-то этот, я... Удобрение. А чё, он скоро созреет, алло? Ты до сих пор не созрел? О, кстати, батарейки, charging dock. Надо же из шотгана вытащить. Пацаны, а у нас маяк тут, кстати, по пути? Ну, как хотите. Что, как хотите, нам надо? Нет, я про то, что... У нас скали нет. Окей, идём. Пацаны. 1500 метров до постата, еще 400 метров до маяка. Давайте, быстро. А куда баллоны-то ставить? Я их забираю оттуда, их туда... Ладно, забить. Так. А пофиг, я их с собой буду таскать. Раз никому не надо, я с собой эти баллоны буду таскать. Не понимаю, кстати, почему так легко нам было, когда мы руины зачищали и рапторов. Минуточку, меня что-то глючит. Деконструктор поломан и дымится, но починить я его не могу. Ох ты ж, что происходит? Это что было сейчас? Авария. Зачем? Дискотека? Ну, чтобы не втыкали. Я был, кстати, один раз. У них? Да, на дискотеке аварии был. В каком году? А, не помню, я мелкий был в Харькове тогда. Прикольно, прикольно. Они типа в 2000-х были прикольные ребята. Были. Ну, они же распались просто, поэтому, ну, что я могу сказать? Что происходит? Жду героя, который реактор включит. Сейчас пойду. Герой, давай геройству быстрее, мы сейчас упадем. Да не утонешь ты, не бойся. Ну, скорость погружения 20 метров в секунду, 25-30. Она не из-за того, что реактор не заряжен, к сожалению. Нас просто значит... пробили. А нам кто-то это атакует? Да, неплохо так. А ты запустишься или где? Атакал. Алло. Алло, реактор. Да вроде начинает вырабатывать. Все, сейчас пойдет. Все нормально. Да, пацаны, штормовой червь. О, кого? Нет, не верю, нельзя. А, блин, перепутал. Что ты нафиг, блин? Я только... Офигеть, я только эту фигню... Она фисикоревая! Стреляй по ней, она фисикоревая! Что это было? А, понял, мы не доплывем. Всплывай! Мне кажется, мы не можем. Но мы же всплываем. Нет, мы умрем. Мы все умрем. Я доплыву. О, все. Зато я не задохнусь. Пацаны, что ну насчет того, чтобы пешочком доплыть? Черт, а далеко? А тебя ничего не смутило сейчас? Например, то, что мы на вулкане лежим? Да, у меня прям под жопой этот лава взлетает. Ну как тебя, она тоже очень хорошо. Да, мы на лаве. Мы? А так, немного. А мы всплываем? У нас куча протечек, но что-то... Да, мы всплываем. Как круто, однако. Круто, круто. Харибда под нами. Жахните по ней. Меня от пушки откинуло. Да вот эти твари маленькие, это тут куски Харибды или что это? Я ее не вижу, или я тупой, или что происходит? Да я тоже ее не вижу, я ее слышал пару раз. Она что-то там мычит где-то, как этот тюлень. Ребят, под реактором быстро починить, быстро починить. А вот она, вот она! Стреляй. Стреляю! Верхний стыковочный! Я этот реактор буду делать. Сейчас включилось реактора-то. Снизу дна нет. Ну, пофигу, там починишь, короче, справишь. Я пойду в трубу помогать отбиваться от этого. Надо наверх. Хорошо. А, блин, начал подтапливать. На верхнюю пушку надо. А ну, начал подтапливать. Ведь она огромная! Опять сраный вулкан! Я за костюмчиком схожу, если они остались.
Чё происходит? Опять вулкан, Джин. Ты видел, какая она огромная? Я видел, страх. Я-то по ней стрелял. Костюмов не осталось, ну красота. Очень жаль того, кто без костюма. Да, мне он никогда не достается, потому что я всегда раздупляюсь последним, блин. Ну, заряди пушечку мне. Жук-жук. Плыву. Так. Это какую? Самую левую. Почему так? Почему так? Жесть, реактор не вовремя выключился, конечно. Не, пацаны, ну, в принципе. Что думать насчет рестарта? Нет. Да ну нормально. Она подплывает. Хорошо, ждем. Она подплывает, я стреляю в нее три раза, она убегает. Хому всплывать начинаем. Вроде да. Отгоняй, отгоняй. Я просто. А, это из-за этого, из-за вулкана. Ё-моё. Неплохо, ну, так нашпиговали, кстати. Да, есть такое. Я могу по ней с этого, с подводного ружья выстрелить. А, эффективно будет, да. Физикориево. Вот это да, точно убьешь. Чё происходит? Давление? Стой, 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 давление что ли? Ну да, ну, давление. Пиво. Чёрт. Мне нельзя давление, мне противопоказано. Сними с бота. Подойди к ним и сдерни. Да оно сдохнет. Я сейчас водичку немножко откачаю. Ты важнее, ты более ценный. Я там это немного горю, но пофигу. Не грязи реактор. Джессина орёт. Есть такое. Если у нас реактор продолжит так плохо вырабатывать энергию, то у меня сядет оружие. Так, осторожно, осторожно, экономь. Я смеюсь, то, что это проблема реактора. Ну, я попадаю каждый раз. По такой шняге тяжело промазать. Мы с ботом стараемся вам суперконденсаторы починить. Да, блин, починить. Иди сюда. Ну, я тебя не вижу. Тут ори, иди сюда. О, оно горит? Нет, не горит, жаль. Нет, это просто хпшка ты, да. У меня почти разрядился этот. Пушечка моя разрядилась почти. Ну, почти половину мы пробили. Нормально, нормально, нормально. Живем. Если Харибду завалим, это будет жестко. Если завалим Харибду, то... Фрум, если вы завалите... Короче, кто из вас завалит Харибду, я тому медаль дам. Так, у меня есть медаль. У меня, короче, медаль за каждую выполненную миссию. Да и... Короче, доплывем до аванпост, я вам медали вручу. Диана, вон она. То есть тебе все это время выдавали медали, но ты нам их не давал. Мне их начали выдавать только после получения навыка. Нет средств, чтобы вылечить себя, отлично. Фрум, теперь ты по сути сам. Это не очень хорошая новость. Заряжайся пока что, экономим. Она потихоньку заряжается. Но сейчас более-менее заряжается. Не грызи пушку, она на нас сверху упала. Я вижу. Больше, чем пол хп сняли. Отлично. А это мы всплываем из-за вулкана или... Ё-моё. Но тонем мы только из-за того, что она нас... Она врезается, и она нас прибивает. Но, по крайней мере, мы с вулкана съехали. Да, это уже хорошо. Так, я не задохнусь, я сейчас задохнусь. Так, что там маски, цветок подожди. Как себя чувствует? Она под нами, с рельсы! Отплыви! А, он разряжен! Нет! Такой шанс был. Всплывай, всплывай. Зарядите рельсу, пожалуйста, рельса, зарядись. Рельса почти заряжена. Давай, давай, я на нее плыву. Сейчас будем прямо над ней. Готов? Над? Да, она снизу под нами. Готов стрелять? Да я... Да! Попадание! Цель поражена! Все, ждем еще... Оно хилится! У нас, по-моему, дна нет. Да, оно нам только что его отбило нафиг. Ай, по-моему, сзади! По-моему, ее атаки чуть эффективнее, чем наши. Не-не-не, нормально, есть у нее осталось треть или четверть даже. Давай на верхнюю. Ребята, им не устоять перед нашей мощью, перед стволов. В бой, собаки! В бой! Мы тонем!
колеса. Ё-моё, нижние пушки бесполезны. Да-да-да, на верхние становитесь. Меня не интересуют ваши отговорки. Выполнить приказ любой ценой. Оно еще и хилится. Есть. Нормально. Мы ее гасим быстрее. В рот стреляй. Нужен ящик. А это тоже пустой. Вверху все... О, я да, нашел более-менее хороший. Хребни не устоять перед нашей мощью. Чувак, патрон, заряжай там. Заряжай, пока что беги, заряжай, я держу ее. Пусть тебя пушка зарядил. Зарядил, хорошо. У меня скорее энергии на пушке не хватает. Не устоять перед половины, нашей мощью. Энергии. 11 стволов. Мы лежим на дне. Мы упали на бездну. А, да? Патрон заканчивается. Можешь зарядить, пожалуйста? Да, фигня, вопрос, стреляй. Все будет. Чё может? А, разрывные пустые. Да. Не может. К сожалению. Ё-моё! Все, не стреляешь. Все, стреляю, нормально, спасибо. Два, практически завалили. Зарядилась пушка? Да, я зарядил тебя. Нет, ты у тебя зарядилась энергия? Ну, почти четверть. Хорошо, супер. Постараюсь включить автопилот. Сзади где-то. Гаси её! Под нами. Под нами? Вот бы с рельса трона выстрелить по ней. Так, например. Милочку, мы ее убили? Нет. А почему надпись надпись босса исчезла? Ну она, вот она. Появилась. А если она далеко плывает, Вижу надпись босса. Она стукает вперед. Конденсатор опять разрядился. Но и Харибда почти повержена. Давайте! Сюда ее на пушечку, выйди. А, ребята, действует перк на дно, не переживайте. А что он дает? А, да? Если подлодка затоплена на 70%, выносливость экипажа... Ну, сейчас скажу. Ай. Находясь на своей подлодке, которая на 50% затоплена, экипаж получает 50% скорости плавания и 50% скорости корпуса. На 60 секунд работаем! Отпугиваем, гасим! Сейчас сверху где-то придет. Давайте, ребят, там прям писька осталась. Членчик. Попал! Бздынь, попал! Она сдохла! Есть! Все, я за ней! А, Слакс, всплывай! Минуточку, я ничего не хочу сказать, но если тварь утонет или даже утонет, она нас не прибьет нафиг. А хороший вопрос. Я пошел ее доедать. Стой! Я с тобой. Ой, мы двигаемся. А, ой, мы двигаемся. Стой, в смысле двигаемся. Фрум, прокони нас. Ручник. Мануэл, сюда. Выше, а не? Ближе? Ниже? Куда? Фрум, где она? Я не знаю, я не вижу. Да, можешь на... Включи автопилот. Так, а ну не смойся там. Меня кораблем придвило нормально. Я включил автопилот, но он не плывет ни в куду. Ну все, пусть автопилот стоит, он паркует нас на месте. А, все? Так, надо сначала выяснить. Пойди с пушки, это. Я ему дал направление, он нас чуть-чуть сейчас подымет. Идите лечить. Ага, вижу. Я знаю, где она. Сигма, готовься. Идем лутать. Ножик с собой брать разделочный, да? Сигма, ты уже упал. Я тебе лицо сломаю, если ты продолжишь блочить двери своей карточкой. Плане. Ну я дверь эту открыть не мог. Так ты дебил что ли? Иди глянь, как дверь открывать. Видишь кнопку? Да. Понял? Так я обычно так и открываю. Гений, блин. Так я не знаю, в чем проблема. Вниз. Надо вниз, она упала. Вниз? Да, она упала. Стойте, вы вниз пошли? Да, она вниз упала. Насколько? Вниз, вправо, влево, куда? Чуть-чуть правее под носом идем. Слушай, Фрум, а ты можешь вниз под лодку опустить, а? Я с вами вышел! О, вот она! Так, а я залутать-то можно или... Отрезать кусочек. Я что-то плыву вниз, но... А, стоп, я на дне. Где вы? Справа, слева? Сейчас попробую найти вас. Попробую найти. Там огромный хвост валяется, я думаю. Я налево пошел, неправильно, наверное, да? О, лутать! Останки водолаза и хлам. Ну... Такое. Ну да, оно того, я ее с собой забираю, пофигу. Что-то я ее поднять со дна не могу почему-то. Вы еще внизу стойте, подождите. Мы у хвоста Харибды, да. О, вижу свет.
Не вижу. Подожди, где что? Тут дно какое-то бесконечное. Я вас не вижу, ладно. О, ну, вижу, вижу, вижу. Все. Секунду, вы возле Харибды? Мы возле подлодки. Нет. Уже Харибду залутали, говно. Там... Спасибо, что подождали, ладно. Да там, блин, огромная шняга. Мне нифига нет. Ну я нашел два хлама и куски водолаза. Я нашел два хлама. Без кусков водолаза. Я сейчас промажу мимо лодки, это будет фиалка. Ну вообще такое, ну хлам разработать можно на. О, вижу лодку. Водолаза тоже можно разработать. Ну вообще, вообще не густо. Не густо это да, но победа хорошая. Да, ну, но это было отлично, согласен. Да. Ну, она и не устояла перед нашей мощью. О, тут уже на полную. О, а она нас, кстати, вперед толкала. Знаете, что было спереди? Ну. Пропасть. Маяк. А, маяк. Она работает. Подождите, а мы. Ну ладно, насрать. Хотя сказать, давайте то, что уже пришвартуемся, да будем заканчивать серию, потому что она так затянулась, но серия была обалденная, кстати. Маяк еще активировать надо. Такая мелочь. Но по сравнению с тем, то, что мы сейчас убили. Ну это контент! Ну это прям да, это контент большой буквы. Так, кольцы. Да, осталось найти еще только присылу, да? Мы вроде плывем. А, ну глубина 4. А, нет. Нормально. А, это... да? Мы в бездне или что? Ну, я говорил то, что мы в бездне были. Beacon Station 300 метров. Погодите, как было 600 и вдруг 300? Это... Ну, она нас притащила сюда. У нас сценар поломанный. Все в порядке. Не переживайте. Сбой в системе управления. Так, там сказано. Ага. Стой. А, стоп. Да. Придется обходить через лево, наверное. Угу. Типа того. Блин, можно... Долбаните по двигателю, чтобы он задний ход минус 200 воткнул. Задняя передача просто не до конца включилась, бывает такое. Интересно, на подлодке тоже коробка передач? Ёлки, это то, что мне кажется? Не знаю, что это, но их очень много, и они мне очень не нравятся. Может нафиг маяк? Нет, мы не можем маяк нафиг поставить. Оно тут. Одно проникло... Блин, ну чё? Смотритель! Да что? Что происходит? Почему так? За что нам это всё? Одно внутри, осторожно! Иду разбираться. Где-то сверху под корпусом. Ребята, мы к маяку приплыли. Чего? К маяку приплыли. Супер. А смотритель на что? Ага. Снизу, внизу цели. Пацаны, чё, я быстренько пойду сгоняю за этим. Кстати, последний этот. Фу, какие звуки! Да, они сейчас проникнут. Новый рельсотрон. Вы без меня в смысле рельсотрон? Ну, тут две штуки мелкие. Вокруг нас крутятся, да. Можете их убить? Ну, блин, с радостью, если бы они плавали. Одну убил. Туда я. Можно я выплыву? Да, выходи. Пробуй. Сопроводи меня. О. Знаешь, там что-то орёт, стой. Там второй орёт. Ладно, на. Так, вижу. Они грызут крышу. Отстреливай крышу пока что. А я не могу, венов не хватает. Так, один оторвался, я его сейчас разорву. Так, минус один. Но он тут к реактору долбится. Я не могу в него попасть. Того, которого дальше отбил. Понял. Вот тут один возле рельсотрона. Не. Почему я? Снял его, снял. Все, нижнего возле рельсотрона снял. Да капец, я ему так сильно в хвост уже попадаю, а он без урона. И в хвост, и в гриву, а? Я там уже полтела торчит, я вот уже в середину стреляю и все равно не прохожу. О, оторвался хана ему. Теперь не уйдешь. Не вижу, к сожалению. Да, он за экраном. Возможно, сдох, возможно, нет. Не буду ну, сильно зажимать. Так, онлайн, все, давай забирайся обратно и к черту. А лут? Подождите. А смотрите, ой, точно, лут, я бегу. Да я сам заберу, тут его мало. Смотритель отстал? Да, вроде. Ну, все ясно. Он просто испугался, то, что я вылез. Я с его сторону махнул отверткой.
Так, там еще одна мелочь сверху плавает. Я ее чуть-чуть подкалечил, но, по-моему, она вернется. Сверху отлично. Значит, снизу никого нет. Я могу выплывать обратно. На нижней пушке никого сейчас, да. Там точно все забрал? Ну, да. Там была хорошая твердка и гаечный ключ. Все, сверху снял чувака. А, вот еще один. Ребят, давайте в подлодку доплывем. Я ладно, очень ладно, сильно устал. В подлодку без меню. Еще одного сверху снял. Патроны заканчиваются, но в принципе нормально. Очень новых жаль. Пока целей не вижу. Че нас топит? А. Пойдем. Да нормально. Чуть открытый нас топит. Фу, так, давайте заходите. Ребята, вы не представляете, мы совершили огромный рывок. И эти мы достигли вперед, цели, к которой мы стремились всю игру. Ну это, конечно, Елка Европа, но мы пока о нем не знаем. Фискоревый осколок, а он куда? Его можно разобрать? Да. Нет, нельзя. Блин, что ты жрешь там, скотина, выплюнь! Нет. Мои водолазы. Ох, ё-моё, сейчас. Нет, подождите. Короче, если в следующий раз смотреть или увидим, не стреляйте. Я пока только мелочь отбиваю. Блин, снизу у чувака вообще вот хпшки видел? Не надо. Достал немного. Я сейчас верхние пушки попробую. Что, еще просмотреть, вам рассказать? А, нельзя на него смотреть? Он же смотрит. Ну, на вас можно. Блин, вот эта пушка полностью пустая. Он не будет нашу подлодку атаковать. Он будет нас морально кушать. Фигово. Заряжай. Он нижняя пушка тоже мало боеприпасов, но в принципе пока пойдет. Ребята, слышите этот звук? Да. Звук реактора вон поста. Ой, я вижу вон пост. Блин, ну у него аж пол хпшечки осталось-то, ну тварь. Оно сейчас заползет к нам снизу. Нет, не заползет. Да что? Ё-моё. Мы промазали, но каким-то образом пристыковались. Там этот пинг произошел. Мы только мыслим, остальные страны. Все покалечены. Короче, я хочу вас наградить за выполнение серии крайне опасных задач. Награди меня. Всем выдается консерва тунца. Давай. Крупный батончик дополнительный. Да, у меня есть две медали. В принципе, мне медаль не нужна. Так, я хочу, чтобы... Нет. А, медали дают опыт. Медали опыт дают. Ребята, у нас 20к, кстати. 27к. Так, ура! Ты... Я... Ладно, сейчас бомжи пройдут какие-то. Короче. Ты сейчас сдохнешь, по-моему. Нормально, я еле живой. Пойдем. Короче, награждаю тебя за отвагу. О, да! И награждаю тебя за отвагу. Спасибо, все. Экспа приехала. Так, а ты там вроде отвертку еще классную спер, говорил, да? Да. Говорил, да. Еще и спер. Ладно, ребятушки, думаю, тогда на этом наша серия будет заканчиваться. Прям вышло эпически. Мне понравилось. И полазили, и постреляли, и добрались. Прям, ну не знаю, что еще нужно от жизни, особенно такой подводной космической. Думаю, в следующей серии будет еще лучше, еще дальше. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем малышек. Всем покеда. Адью. До связи.